сорян, я тут. Таня, ты тут, Вань? Я тут. Мне БДК. Берите командира оттуда. Дань, хочешь, иди ретрика мне потанить? Не, да я не оставлю, может, хапал понадобится. Может, жене не понадобится, давай поедем. Значит, вообще не хочу тебя. Сковородка хуярит просто грозой по КД. Давайте, если быстро убьете, будет третий РС. Тогда я скажу, что идея не распадается. Активация. Че, то есть от этой РС зависит наше будущее, Бибоп? Переневал. Да. Ладно, тогда я остаюсь на ретрике, пусть мизантроп не заходит, а то сейчас запорит. А, Олег, курите? Не идет. А ты тут, Ваня, заходи на протопал. Блять, да что такое нахуй? Будь. Сила. Кикни Ваня, то сейчас боссом ем КД повесит. Че, Ваня тут? Менск. Ваня, Ваня. Чтобы выкинуло. Но он не здесь. Ладно. Мимо. Кто, пацаны, кто будет базарить? Я во тьме. Ну, я, наверное. То есть мы побазарим. Ну там, если что, подскажете. Что крали? А тебя пэрэлю.
Дайте, пожалуйста, фулба. Чё я пожалуйста. Бахаю? Кулаки Лирана бафаешь, кресты, каски, а тюменская кресты. Раздайте, пожалуйста, баф. Джерин, тут ко мне пришли, надо отойти, короче, на 5 минут, я отошел. Давай. Кристаня тратит недалеко. Давайте чаки будем убивать, это... Так, сори, тут что там, надо еще? Ну, попало, просто попало. Коспек сразу сделай, нормально. Ваня, а ты там крали, снимал 2К ЕП? Ну да, ЕП за РС-ку, ЕП за РС-ку, она на Кокусе нарулила. Короче, у меня не было в рейде, когда было массовое начисление. То есть, ЕП снялось лишнее с паладина. Так, тебе пати не дали, да? И получается... Метки нет, их. Короче, давайте после драйва выяснить отношения про ЕП. Да, это мини. Чего тебе ЕП начислить? Короче, мне еще раз 2К начислили на паладину. То есть я тогда и ГП получаю, и ЕП, потому что мне это коллег сказал. Ты мне лишнее скинул. А ЕП с крита мне уже снял. Может, медведем лучше потанчить, чтобы попал хапал был на РС-ку. Ну как хочешь. Нет, как хочешь. Ш, медведем сойду туда. Там не хватит хапал. Да, я паладина пойду, потом все следующую, может, пойду кем-то другим. Друг Реллик придется. Если Реллик, то значит точно не танчить. Ну вот. Я в лобби с вами, подожди. Не пульки там ничего. Так попал он все-таки? Да, там, если что, друиды потом если в какую-то другую. Меняй сразу. Да, есть, есть. Знаешь, самый четкий спек у меня. 60. Не, у тебя ужасный спек. Что ты хочешь? Да хрен за это, печать повиновения, священную войну вкачал. Не, у Джерриана, конечно, плохой спек. Я заценил в том трае. Нормальный спек. Ну, не взять 6% урона, а взять 5% получаемого исцеления. Ну да, я на такой этом сделал выбор. Пусть хилят нежели. Ну, не считай, 5% крита и 6% урона взамен на 5 получаемого хила. Ну, не стоит того. Ну, когда делал спек, я думал над этим, но я все-таки сделал упор в хил, нам пофиг. Просто хотел, типа, сделать 5 крита, плюс себе увеличить скорость, мне там таланта не хватило, и я думаю, пусть хилят, давайте, чек. Там я добавил сейчас, чуть настрою, я думал, что скид это сбрасывал. Ну да, мы уже танчить надо, мы на болтали. Да, мы уже на втором. Начинаю поклонский первый, поклонский второй, точнее, там третий. Цирк приехал. Так по сути зачем? Поклонский по центру, не надо в сторону сворачивать, по центру ровно иди. Две копии будут слева от тебя. Че, у них тоже вред? Не свалил. Маслину поймал.
крика на хп нету. Дальше дерево, путь к отступлению заканчивается. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор... Пороги бафы дайте сейчас, не пульте пока. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели... А чё Олег не хочет в рейд? Не знаю. Он уже там третью, главное, агитирует, а во вторую идти не хочет. И запечатала вход. Нас убивали с расчётом. Кулак руби дайте. Лапа есть. Пристабав ещё. Была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный... А, самогоновка, ладно, начинаем так. Присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо чего... Да я сейчас не могу просто сидеть именно за компом все время. Ты чё, геморрой? Не. Да ладно, дару, шутка была, а чё там один только? Шутка-то да, мне кажется, с такими рейдами реально геморрой заработать. Тебе надо просто чаще водить, привыкнешь. Предлагаю эту льду бесполезную врать, там лучше с ЛК или РС-ку сходить по еще парочку. На никто не ходит. Хочешь хоть часов повайпаться? А толку от РС-ки. Толку от РС-ки, ты сказал? Нет, ну от РС-ки-то толку нет, что там, ачивки, которые уже есть там. Тульды, Ваня. Толку от РС-ки? Ой, толку от льды, только... Да-да, от льды, перепутал. Кто-то записывал это? Можно было записать. Толку от РС-ки от Вани. Ой, это запись, ладно, ачивка от РС-ки. Был бы хороший аргумент. Можно сделать, типа, две резки не убили, как мы чё в льду не идём. Как это так? Что я там прото даю, да? Ты можешь успех, да, не глянуть, что там нормально, не? Ну, вроде нормально оттанчится. Такое пойдёт. Печать другая есть? Судья праведник, чё это такое? Так, первый пати это... тьма, все остальные свет, самогон тут? Самогон. Ршам, а кто свет хочет хилить из вас? Я вернулся, мир. Первый фридом, да, даю? Ты меня спрашиваешь? С Лераном, не, я у Лерваны спрашивал. И кулак дай пороги, он умирал. Да-да, я вижу. Гекада и Тюменская, хилите свет, сковородки Рериги или Маратгас, хилите тьму. Гекада, тотем защиты от огня ставишь. Так, кто демон у нас?
Кралька, четвертая пати бьете, кроме кральки. Больших после первой фазы. Void Beast и Докс, он заливает на второй фазе Ригелю ману, на третьей Гекаде. Эпплбокс заливаешь Гекаде всегда. Поклонский танчит первую и тьму. Конус третью фазу свет. Точняк, мелкий трэш. Чек на готовность. Статара рэп и диспылишь третью фазу свет. А это, слышишь, Дань? Может, одного лока типа сразу отправь, а я вот магом на добивание их типа бахнем. Ну, типа демон и так зайдет, типа. Все, графит, заходишь во тьму, вот сейчас посмотрите четвертой пати. Сковородки ртут. Если сунуть хуем клей, то получим Milky Way. Что, уже да. Попробовал? Кралька, кидаешь СС на Хэпала. Графит, кидаешь СС на Void Beast на третьей фазе. Сковородки, ты тут? Все, начинай, Поклонский. Антихам метка. Перебежали. Антихам, перебегай. Тупой. Дорн метка. Сковородкер, подними его, подойди, он там на той стороне решил пока вставать. Перебежали, сковородкер. Как перебежишь, поднимешь, он возле меня лежит, возле хвоста. Конуса диспел. Поклонский, заходи. Рейд, заходите. И сию. Бля, да, сори. Че, вы умерли? Не-не. Заходите. Да. Ваня, поговори там. Давайте заходите, там друид заливайте маны своим шаманом. Сейчас будет лезвие, пропускайте лезвие, ближе к морде выносите метку. Смотрим, на какую метку сейчас будет. Ближе к морде. Антихам ближе к морде. Сколько процентов? 55. Один. Давайте после резы будем выходить. После метки. Будет метка, портал не залейте. Смотрим, на ком. Слава, выноси.
И выходим в свет. В свету рост. Дорн метка. Ясно, я поднес. Перебежали. Еще придом будет Лерван. Графит метка, во тьме дали рост, свет трэш бьем. Совы большого они разбьют. Совы большого бьем, трэш мелкий не бьют совы. Кто там, Доксон? Перебежали. Свидание. Тюменская метка. Да, конечно, тут упал не так пробивает, как медведи. Блок. Гекада метка. Перебежали. Метка. Перебежали. Хилим, хилим. Босса не бьем, только трэш. Не бьем босса свет, трэш добивайте. Все, теперь добиваем. Добейте мелкий и добивайте босса. Рога, выноси. Джаспа, метка. Перебежали, добиваем босса. Добиваем все равно. Что, первый трэш? Нихера, даже на допе П. Джерион. Джерион, даже не умер. Как ретрик. Джерион. Я метки носил, сорян. Надамажил как ретрик, не оправдание. Ролик. Нет, ну да, не. Я надамажил больше тебя, не 500 тысяч. А, да, я ролю тоже подвеску, сорян. Где-то на 500 тысяч больше.